Появился новый объект. Слабая красноватая точка. Попал до костра мамы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета. Она же не белая, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования нас опознала лишь в 1982 году. Потому что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее кроватым диском и утверждали, что...